Журнал «Мир фантастики» представляет. Вчера видел, как парни в баре через дорогу молотят друг друга. Проехавшая мимо полицейская тачка даже не замедлила ход. В нашем районе они не остановятся, даже когда посреди улицы нелегальный иммигрант будет избивать старушку пакетом героина. Если кто-нибудь скажет мне, что скучная жизнь в тихом пригороде плоха, я снесу его тупую башку, чтобы не говорил ерунды. Плохая жизнь — это здесь. Зато когда меня пристрелят, и я попаду в ад, я вряд ли замечу разницу. Когда-то город был совсем маленьким. Золотоискатели останавливались здесь, чтобы продать нажитое и развлечься с выпивкой и девочками. За много лет из провинциальной дыры город стал мегаполисом, необъятным и неуправляемым. Добро пожаловать в Бэйсин-Сити, город, где ночь никогда не закончится, где нет полутонов, есть только черное и белое. Город, принадлежащий убийцам, наркоторговцам и ворам. Опасный, не дающий никакой надежды, и все же очень красивый. Город, который до мельчайших деталей придумал и нарисовал художник Фрэнк Миллер. Фрэнк Миллер. Человек в черной шляпе. Большая шишка в мире комиксов. В 70-е годы прикатил в Нью-Йорк в поиске работы. Все ломятся в Нью-Йорк, как будто там медом намазано. Конечно, на него быстро вышли воротилы из DC Comics и Marvel. Все знают, если они тебя засекли, то уже не отвертятся. Сначала будешь рисовать им короткие истории, а потом дело дойдет до обложек, и тут ты, считай, конченый человек. Миллер работал и на тех, и на других. Рисовал много разных комиксов и рисует до сих пор. В 90-е подался в Лос-Анджелес, а там, понятно, свои банды и свои законы. Тогда же его стали экранизировать, да и сам он написал пару сценариев для голливудских мафиози. В Лос-Анджелесе Миллер работал над «Городом грехов», рисовал в черных тонах все эти пальмы, винтажные машины и горячих девочек. Первый графический роман из цикла «Город грехов» «Трудное прощание» выходил отдельными выпусками в 1991 и 1992 годах. В 1993 комикс вышел одной большой книгой. С 1993 по 2000 Фрэнк Миллер нарисовал еще 5 романов и несколько коротких новелл. К моменту появления первой части эпопеи он уже был известным и востребованным художником-комиксистом, но именно «Город грехов» принес ему почти культовый статус. Вся серия выполнена в одном стиле. Рисунок Миллера легко узнается, он черно-белый, резкий и контрастный. В редких случаях в изображении появляется какой-то один цвет, чтобы подчеркнуть ту или иную деталь. Персонажи нарисованы не слишком реалистично, пропорции фигур часто искажены, но детали проработаны очень дотошно. Почти у всех предметов есть прототипы, за счет этого изображение выглядит внушительно и правдоподобно, несмотря на явную декоративность. Экранизация «Города грехов» вышла в 2005 году, сразу же собрала почти 30 престижных наград на самых разных фестивалях и стала эталоном жанра кинокомикс. Совершенно неудивительно, хотя бы потому, что «Город грехов» — это первая осознанная и успешная попытка адекватного переноса комикса на киноэкран. Рисованные истории экранизируются с 30-х годов прошлого века, но, как правило, из комикса берутся только сюжет и персонажи. Время от времени создатели таких фильмов даже отдают должное первоисточнику и добавляют в видеоряд детали, указывающие на то, что зритель смотрит комикс. Необычные ракурсы, яркий цвет, сцены, построенные на силуэтах — но это всего лишь деталь. Режиссер Роберт Родригес ставил задачу не просто снять кино по мотивам графического романа. Он хотел сделать книгу комиксов в формате фильма. И ему это удалось. Роберт Родригес. Полный отморозок. Такие водятся, наверное, только в Техасе. Жил бы в Сан-Антонио, занимался чем-то приличным, но в 23 ему приспичило снимать кино. Нормальный мексиканский парень подумал бы о братьях и сестрах, но не этот. Этот снял сначала «Ковбойские сапоги», а потом фильм. И еще один. И тот второй купила одна банда в Голливуде — «Columbia Pictures». Ясно, что приличную организацию не назовут «Колумбия». Через 2 года Родригес уже снимал им «Отчаянного» в сговоре с другими латиносами. Он мог бы быть неплохим малым, но рано попал в плохую компанию.
Теперь он сам большой босс, и его преступлений уже не сосчитать. Сценарии, режиссура, продюсирование, спецэффекты, операторская работа и написание музыки. Все мы не без греха, но он просто виртуоз. Поэтому его пока не поймали. Роберт Родригес славен тем, что все время ставит себе необычные и сложные задачи, в первую очередь художественные. Он решил не просто снять комикс, он решил снять именно «Город грехов». Воссоздать на экране не общие принципы абстрактной рисованной истории, а стиль и динамику конкретного художника. Именно поэтому он позвал этого художника вторым режиссером. Фрэнк Миллер не верил в удачную экранизацию своего романа и долго не хотел не только работать в проекте, но и продавать права на использование комикса. Он согласился только тогда, когда увидел полностью готовый отрывок фильма, снятый специально для него. Позже этот отрывок включили в окончательную версию картины. Он стал эпиграфом. Стоит отметить, что появление такого фильма стало возможно только в конце 90-х, когда в технологиях кинопроизводства произошел очередной скачок. В 2000-х свет увидели фильмы, для качественной постановки которых раньше просто не хватало технической базы. «Матрица», первая трилогия «Звездных войн», «Властелин колец» и многие другие, в том числе и фильмы-комиксы. Последние начали расти, как грибы после дождя. Причем именно в этих недавних образцах жанра наметилось наконец движение в сторону имитации бумажной версии. Можно сказать, что «Город грехов» стал логическим завершением этого движения. Сделать кино еще более комиксовым можно, пожалуй, только запретив актерам двигаться. Картинка невероятно эффектная и лаконичная, настолько, что создает иллюзию простоты. Но стоит приглядеться повнимательнее, все меняется. Всем известно, что фильм снимался на зеленом экране. Ну и что, собственно? Сейчас без зеленого экрана не обходится, кажется, даже любительская съемка детского утренника. Не обходится, это точно. Но настолько зеленого фильма до 2005 года не снимал еще никто. Да и после его так никто и не догнал. Настоящие в кадре только актеры, костюмы и автомобили. Все остальное, от панорам города до мебели в комнатах, нарисовано при постобработке. Ах да, этот бар – единственная декорация, отстроенная вживую. Просто съемочной группе надо было где-то отдыхать после долгого рабочего дня. Кстати, упомянутый зеленый экран был очень небольшой, так что ходить актерам приходилось на месте по беговой дорожке. А эффектный пролет камеры над автомобилем в таких условиях и вовсе невозможен. Поэтому камеру двигали только вверх и вниз, при этом вращая автомобиль на подвижной платформе. Такой подход к съемкам – не прихоть режиссеров и не попытка сэкономить на декорациях, а суровая необходимость. Помните? Основная задача – сделать так, чтобы все выглядело как на рисунках Фрэнка Миллера. Это не так просто, как кажется. Любой художник так или иначе обманывает зрителя, заставляя его поверить в то, чего нет на самом деле. Мы верим, что предметы на картинке объемные, хотя точно знаем, что холст, на котором они нарисованы, плоский. Мы верим, что при определенном освещении комната будет выглядеть именно так, и не задумываемся, почему мы видим каждую пуговицу на костюме персонажа, хотя он стоит в тени. Правда в том, что художники постоянно нарушают правила в угоду эффектности, а авторы комиксов – самые большие обманщики. Искаженные черты персонажей и странный красивый свет – вот хлеб любого комиксиста. А теперь представьте, что перед режиссером стоит задача осветить героя так, чтобы вокруг него действительно все время был светлый ореол. Или чтобы тень, падая на лицо, обходила глаза. Художник просто берет кисть и рисует все, как ему нужно. А режиссеру нужно сложное контрастное освещение, и чем меньше в кадре объектов, тем проще его настроить. В данном случае самое удобное – убрать из кадра все, кроме актеров. Вот так. А иногда и героев проще снимать по одному, накладывая друг на друга кадры потом. Эта сцена в баре собиралась из кусочков, снятых в разное время. Актеры не пересекались на площадке.
Даже во время съемки этой драки Микки Рурк и Элайджа Вуд ни разу не встретились. На DVD с фильмом есть довольно занятная его версия, вариант без постобработки. Зрители могут увидеть полностью готовый смонтированный фильм на зеленом экране, без каких-либо фонов и спецэффектов. Правда, воспроизведение ускорено в несколько раз, так что весь ролик занимает всего 10 минут. Сложность с освещением заключается не только в том, чтобы правильно осветить все предметы. Ни один кожаный плащ не даст таких ярких контрастных бликов, как на картинке, а пластырь не будет так хорошо виден в темноте. Костюмы героев – вторая хитрость фильма. Их готовили особенным образом, следя за тем, чтобы они хорошо смотрелись в черно-белом варианте и правильно отражали свет. На плащи наклеены куски блестящего материала, а в костюмы девушек просто включено много отражающих свет деталей. Кстати, о костюмах девушек. Так выглядит наряд Гейл. Эта конструкция из бесчисленного количества ремешков оказалась такой сложной, что актриса Розарио Доусон не могла надеть ее самостоятельно. Да и ассистентам приходилось пользоваться специальными метками на ремешках, чтобы понимать, что и где застегивается. Внешний вид Нэнси тоже непростая задача для костюмеров. Девушка должна была выглядеть сексуально, стриптизерша все-таки, но при этом невинна, такой персонаж. Но и не чересчур невинна, стриптизерша все-таки. В общем, все понятно. Кстати, все получилось. Джессика Альба действительно выглядит довольно соблазнительно, но она разительно отличается от героинь-проституток. С не меньшей самоотдачей, если не сказать фанатизмом, сделан и весь остальной антураж. Почти любой предмет, который держит в руках кто-то из героев, сделан специально для фильма. Каждая вещь имеет свой прототип, но на рисунках Фрэнка Миллера есть отклонение от прототипов, поэтому бутафоры не просто находили подходящие модели, но и изменяли их согласно комиксу. Оружие делали более угрожающим на вид и при этом более безопасным для актеров. Вот так отливают пластиковые пистолеты. К слову, это не просто пушка, точно такая же была в Робокопе, снятом, кстати, по сценарию Фрэнка Миллера. Если уж говорить о контрабандных вещах из других фильмов, то не упомянуть мечи, которыми дерется кровожадная Михо, просто нельзя. Это мечи из «Убить Билла» Квентина Тарантино. Те самые, работы Хатори Ханза, по сюжету фильма лучшее оружие, когда-либо созданное человеком. Пересечение очень забавное, но не удивительное. Роберт Родригес и Квентин Тарантино давно дружат и помогают друг другу в работе. Например, эту сцену полностью снял Тарантино. Ну что, приятель, закурил? Заткнулся бы ты, Джеки Бой. Ты сдох. Мне это просто кажется, так что заткнись. Однако это говорит о том, что ты не в порядке. У тебя уже галлюцинации, нервишки шалят. Даже вот закурил. Эпизод с мертвым Джеки Боем действительно разительно отличается от всего остального фильма. Для начала здесь самое сложное цветовое решение. Да и сама ситуация очень в духе Тарантино. Что будешь делать, когда бензин кончится? Эвакуатор вызовешь? Считается, что три режиссера на съемочной площадке создают невозможный бардак, но здесь, кажется, все прошло очень гладко. Квентин Тарантино. Тоже псих каких мало. С ним лучше не связываться, если ты, конечно, не крутой, как Родригес. Говорят, он уже родился таким, с детства проявлял болезненную тягу к кинематографу. Когда днем работаешь в кинопрокате, а ночью смотришь второсортное кино, трудно оставаться человеком. В 80-х он писал сценарии и предлагал их разным бандам, но они не хотели иметь дело с ненормальным. Фильм «Криминальное чтиво» вышел в 94-м. Если ты один раз снял такое кино, считай на тебе клеймо. Пути назад нет.
пути назад никогда нет. Еще немного о костюмах, гриме и реквизите. Вот эта сцена должна была быть очень опасной для съемочной группы. Стекло, летящее в камеру и в лица актерам, не шутка. Все так, но это стекло силиконовое. Разбитые осколки отлили заранее и стреляли ими из большой пушки. Но самое забавное – это грим. На рисунках Миллера некоторые персонажи выглядят не совсем как люди. Микки Рурк похож на Марва из комикса, но ни у одного человека нет такого гротескного профиля. Так что лицо актера пришлось вылепить заново. Он даже узнается с трудом. Плюс черно-белой картинки заключается в том, что недостатки грима легко скрыть. Зритель не увидит несовпадения цвета и швы. Желтый ублюдок, самый омерзительный персонаж, на самом деле синий ублюдок. Именно таким был грим Ника Стала во время съемок. Позже его перекрасили в неприятный желтый, каким он был нарисован. Белый цвет изначально был красным. Все пятна, которые должны были быть ярко-белыми, покрывали флуоресцентным красным и подсвечивали. Очки убийцы Кевина. Кровь. Правда, кровь на протяжении фильма меняет цвет. У желтого ублюдка, например, она желтая, а у Джона Хартигана – красная. Правда, только в одной сцене. Красный цвет добавляет драматизм. Машины играют очень важную роль в историях Фрэнка Миллера. Он прорисовывает их тщательно и с любовью. Каждый автомобиль выражает характер персонажа. Время действия в вымышленном городе Бейсин-Сити не указано, но почти все автомобили героев созданы в 50-е годы. Для фильма пришлось опознать и найти их все, или почти все. Вот что значит точная реконструкция. Ну и, конечно, город. Мрачные темные улицы, мерцающие панорамы, бедные комнаты. То, чего до премьеры не видел ни один актер. Окружающее героев пространство было единственным, что существенно отличается от бумажной версии. Стиль Фрэнка Миллера, как уже было сказано, очень лаконичный. Он не прорисовывал город в деталях, скорее давал намеки. Темные фоны, одинокие силуэты, выхваченные из фона пятнами света. В фильме город проработан гораздо подробнее. В этом легко можно убедиться. Вот и все. Эксперимент однозначно удался. Об этом говорит еще и то, что, вопреки традиции, после выхода «Города грехов» киноделы не стали штамповать один за другим киноленты, похожие на него. Сам Фрэнк Миллер снял в 2008 году «Мстителя» в своем стиле. Роберт Родригес заявил продолжение «Города грехов», но съемки откладываются каждый год. «Город грехов» — это не просто черно-белая картинка. Это черно-белая жизнь. Это пространство, которое требует человеческих жертв. Все герои, попавшие в прицел Миллера, не слишком приятные люди. Но каждый из них хотя бы раз в жизни проявлял человечность, платил городу за свои грехи и неизменно отдавал ему жизнь. На сегодня историй достаточно. От излишней болтовни добра не бывает. Мораль в том, что мы все равно сдохнем, даже если сделаем все как надо. Санта не приезжают сюда уже давно. Наверное, кончились хорошие мальчики и девочки. Если ты живешь в триллере, то нужно непременно оказаться главным героем. Главные герои выживают. Здесь все наоборот. Если ты остался в живых, значит, все это было не про тебя.